представление нашей команды с мини-клуба. Те самые люди, которые с утра до вечера занимаются вашими детьми. Дети, мини-клуб детской анимации в его составе. Внимание, Татьяна, Таня, мини-клуб детской анимации, Таня! Для мини-клуба. Приглашаю на эту сцену Аня, мини-клуб детская анимация, Анютка! Двигаемся дальше, продолжаем знакомство с мини-клубом детской анимации. Светлый парень из детской анимации, которому вы обязательно привезете в подарок большую мягкую игрушку. Митя! Мини-клуб! Митяй! Зажигай, дружище! Это жестко, Митя! Митя! Еще один участник этой мини-команды, друзья мои. Веселый парень по имени Андрей. Андрюха! Бакс! Брейк-данс! Мини-клуб! Детская анимация! Начнем, наверное, с нашего веселого чудовища по имени Юма. Александр Юмашин, артист театра огня, Санкт-Петербург. Огненный человек. Юма! Александр Юмашин. Наш милый живущий. Юма! Александр Юмашин. Двигаемся дальше, друзья, мы еще один веселый человек. Со сложной профессией. Зовут его Женя, он жонглёр. Он также фокусник и также очень хороший и добрый человек. Давайте за это ему поаплодируем. Женя, жонглёр! Фокусник! Жека! Внимание, на что представляет для вас спортивную анимацию, спортивные парни! Начнем с Лёхи по имени Локи. Любит называть электрическую музыку, любит называть электрические танцы, любит танцевать. Лёха, Локи. Сархан, спорт, анимация, брейк-данс. Сархан! Про вас кино. Очень скоро вы его увидите по нашим телевизорам. Также любит танцевать и делает это великолепно. Давайте посмотрим. Андрей! Электроденс! На человека в синей толстовке, на человека в красной, черной рубашке. Вот они, два брата диджея, Степан и Рустам. Диджей Краснобай, диджей Расы, все время за диджейским пультом, все время в наушниках, всегда на пике событий. Диджей Краснобай, диджей Расы, самая веселая музыка. Come on!
камерой прямо сейчас выйдут на эту сцену, было бы очень тяжело танцевать. Они очень любят это делать. Шоу «Валя Солнечный парк» от Эйса стоит сразу из двух прекрасных девчонок. Сабина, Ренина. Что вы мне еще сказали? Девчонки еще немножко танцуют. Сабина, Ренина, девчонки, зажигай! Приглашу на эту сцену самого интеллектуального человека в этой команде. Мудрый сова Солнечный парк отель. Вот он, наш джинний Билл Лазарев, шеф анимации Солнечный парк отель. Веселый парень. Придумывает шутки. Ой! Делает поворот через голову. Два раза. Колобок. Джинни Лазарев. Который прямо сейчас здесь, на этой сцене.